Вы знали, что у меня новый образ? У меня теперь есть классные очки нулевки. Правда, им нужно поменять стекла. У меня пока не доходят руки. Так что я теперь такая вот в очках. Классно, правда? Я еду на йогу. Мне так не хочется, мне так некогда на самом деле. Но нужно, Самодисциплина — это как раз то, что строится из моих личных потребностей, из моей будущей картинки, которую я хочу видеть в будущем у себя, из того состояния тела, которое я хочу видеть в будущем. Все это строится просто вот из малейших привычек, которые я делаю каждый день. И иногда нужно себя заставлять куда-то идти. Вот я иду на йогу. Такое зеркало чистое, просто восторг. Я скоро тут помою его сама. Йога — это для меня, правда, сейчас пример самодисциплины для самой себя, потому что я сделала подписку на один сервис, и там, как бы, если ты записываешься на занятия, то тебе никто не вернет деньги. Ну, только если ты там не отменишь занятия за 12 часов, а я обычно записываюсь заранее, за один день. И вот здесь вот такая проверка. Смогу ли я сама сдержать слово, сдержать обещание самому себе? А сдержать себе обещание чаще всего намного сложнее, чем сдержать обещание другому человеку, согласны? Так что пример самодисциплины. Это, конечно, очень тяжело, это такая проверка на прочность. Вообще, о чем это видео? Почему я его назвала «Привычки»? И я не знаю, как его назову. Это уже посмотрим потом, когда я буду монтировать, когда я буду выкладывать. Привычки, которые я хочу сама внедрить в свою жизнь. И я буду на собственном примере это показывать. Вот как раз-таки в этом видео, в этом влоге. Потому что записывать разговорные видео — это одно. А записывать видео о том, как я сама внедряю эти советы, эти привычки, про которые я сама говорю именно в личную жизнь, в собственную жизнь, со своими проблемами, со своими плохими привычками, с хорошими привычками, это уже совершенно другое. Это, наверное, более честно и по отношению к вам, и по отношению к самой себе. Так что будем пробовать. Все, о чем я говорю, это я искренне пытаюсь внедрить в свою жизнь. Сейчас вот я тут разложила, лежу среди своей одежды, которую я сейчас буду отпаривать. У меня тут бигуди, и я буду снимать рилс, рекламный рилс для Кари. Буду снимать рилс с переодевашками. Очень, кстати, интересный. Ну, надеюсь, что интересно получится. Надеюсь, что получится лучше даже, чем в моей голове. Так что вы можете посмотреть его, наверное, в Инстаграме. Я так думаю. Да, работаем. Никого не трогаю. Мою полы. Ко мне приходит курьер, во-первых, с таким вот очень милым шопером. И внутри лежал огромный кулич. Это вот пекарни-кофейни Зои Бейкери. Я их очень любила в Питере и рада, что они как раз вот в марте, мы ходили с Кариной, кстати, на открытие, в марте они открылись в Москве. Здесь крем, здесь кулич, и самое главное, я никогда такого не видела, тут такая крышечка. И вот туда нужно самому залить крем. Вы когда-то такое видели? Это просто гениально! Какая вот огромная коробка, еще сухоцвет, и так приятно! Я такой первый раз вижу, обалдеть. Я чувствую себя кондитером. Блин, это же просто гениально. ПП. Зато Пасха скоро просто, и все. У меня зато, кстати, родители приезжают. Как
Как только у меня появляется свободная минутка, я ее использую для того, чтобы немножко убрать свое пространство, потому что такая привычка использовать одну минуту для уборки очень помогает при поддержании порядка перманентного в своей квартире, в своей комнате, в своем рабочем месте. Что советую вам? Просто минутка, вытерли пыль хотя бы в своей комнате. И все, уже комната засияла по-другому. Я решила убраться. Дэнни у нас тут теперь живет немножечко. Убрала пока что рабочую зону, вытерла везде пыль. И сейчас буду менять постельное белье. Это мое, наверное, любимое. Иногда не особо любимое, особенно если нужно менять пододеяльник. Вот у меня уже тут подготовлено постельное. Так, это надо убрать пижаму свою. И это немножко отглажу все. Вот. Дэнечка, конечно, так дополняет всегда пространство. Ну и главное, булочка, господи. Вот хочется... А, Дэнни, ты чего? Ты хочешь забрать мою подушку? Он, короче, обожает вот эти подушки, цветочки. Это вообще его размер, очень его размер. Она буквально с него. И он ее берет и таскает, представляете? Дэнни, конечно, тут идеально вписывается. Завершает, скажем так, уют квартиры. Собаку, конечно, хочется. Да. При всем уважении мне придется вас отсюда выгнать. Вы можете взять эту ромашку и пойти. Окей? Давай. Давай, берем ее. Если надо, пожалуйста, дарю. Дарю. Можете ее забрать себе. Любовь моя, это не особо ваш размер. Вау. Дэнни. Операторские способности. Все, я показал весь твой бедлам. А? Я показал весь твой бедлам. Так я убираюсь. Бардак должен быть, когда я убираюсь. Ну-ка. Представляете, скоро будет почти год, как мы переехали в Москву. Вот еще немножко, еще получается 2-3 месяца. И в июле у нас стукнет год, как мы тут живем. До этого, кто не знает, мы жили с Лешей в Питере 1.5 года. Но мы оттуда вот прошлым летом, получается, переехали. И если честно, то с переездом в Москву, с переездом в огромный мегаполис, где все вот так вот ты-ты-ты-ты-ты-ты бежит куда-то, стремиться, куда-то торопиться. С таким темпом у тебя день каждый проходит очень быстро. То есть я даже не успеваю замечать, как начался день и как он быстро закончился, как уже быстро потемнело и как уже нужно готовиться снова ко сну, снова идти в душ, снова проводить бьюти-процедуру, вот ты уже лег, вот ты уже проснулся. И вот так вот как будто бы каждый день. И на самом деле, чтобы не сойти с ума, важно соблюдать свою вот какую-то стабильную рутину. Ну, лично для меня это важно. То есть я хожу в одно место на массаж. Также я хожу в одно место на йогу. Теперь у меня есть теннис, на который я тоже могу ходить. Именно в одно место, рядом с моим домом. Также у меня есть любимый кофейник, где я точно знаю, что там вкусный какао, вкусное кофе, вкусный раф. Для меня важно иметь некую стабильность. И еще я очень много сплю. Я стараюсь высыпаться, потому что если я не высплюсь, то все, мое настроение, бум, оно падает, и если у меня много стресса, то я тоже сплю. Я не знаю, как это работает, но еще во время стресса я очень много сплю, возможно, так меня защищает моя психика, я не знаю, может быть, ей так проще, но сон для меня 100% это отдых равно, и также некая перезагрузка. И очень важно, чтобы ваш сон проходил качественно, потому что у нас, например, у Слёши ортопедические подушки, две ортопедические подушки. На других мы спать не любим и не умеем. Также у нас обычно в теплое время суток стоит окно на режиме проветривания, чтобы поступал какой-то свежий воздух, ну хотя бы какой, чтобы было не душно в комнате. У меня есть увлажнитель воздуха, и также очень важно выбирать хорошо
постельное белье, чтобы оно было качественное, и чтобы после стирки оно никак не сжималось, чтобы оно никак не портилось, не было в катышках. Такая инвестиция, по-другому не сказать. Совсем недавно я познакомилась с брендом постельного белья премиального качества «Верен Сон». И вы не представляете, но этот бренд из Вологды, я сама из Вологды. Я там жила до 21 года, получается, вот потом мы уехали в Питер, а теперь мы в Москве. И это очень круто, я очень горда, что в моем родном городе есть такие потрясающие бренды. Так что получить их изделие физическое для меня очень ценно. Комплекты «Верен Сон» шьют из мака сатина, который на 100% состоит из хлопка. И именно за счет переплетения нитей и плотности 300 TC ткань имеет потрясающий блеск и гладкость, но при этом не скользит. И плюс у пододеяльника есть очень удобные закрепочки. А еще самое классное, что можно побыть немного дизайнером и составить свой комплект прямо самому на сайте. Мы выбираем оттенки. Уверен Сон, кстати, богатая палитра, так что вы можете выбрать любой оттенок вашего постельного белья. Выбирайте стиль. Я выбрала рюши на подушках и пододеяльник из двух цветов. То есть у меня с одной стороны такой лавандовый цвет, а с другой стороны более бежевый, ближе к желтому. Далее отправляем свой комплект, и этот комплект будет сшит строго под ваши индивидуальные мерки вашей кровати, вашего пододеяльника, ваших подушек, и это очень круто. И самое классное, что у меня для вас есть скидка по вот этому вот промокоду на 20%, который будет действовать ровно неделю с момента выхода этого ролика. Вы можете внизу посмотреть, когда вышло это видео, если вы смотрите его не в дату публикации, и рассчитать. И главное, успеть заказать и ввести мой промокод на скидку 20%. Если что, ссылка будет внизу в описании. Я, кстати, после последних кадров успела заболеть. У меня вчера была, ну, такая высокая температура. У меня уже болит голова от количества высмаркиваний, у меня болит горло, я еле дышу ночью, потому что нос не дышит. В общем, да, если вы что-то не додаете своему организму, через время организм это почувствует и заберет у вас ваше здоровье, и вы заболеете. Также у нас в квартире живет все это время пока что Слава, это мой брат. Поприветствуй, Молчановий. Это у меня будущий химик, будущий, не знаю кто, может быть, какой-нибудь ученый. В общем, человеку 16 лет. Вы сколько ему дадите? Он меня выше. Кстати, да? Выше. Проверка. Назад. Ты куда-то из кадра у него уходишь? Просто. Ну-ка, давай с спинами. Обалдеть. Это я еще в тапках. Каждый раз с вечера я стараюсь готовить продукты, ну как готовить, просто заказываю их, либо же покупаю в магазине на следующий день заранее. Мне кажется, что это очень правильная привычка и очень хорошая привычка, которую, ну, можно привить, она никакая там не РППшная, просто обычная рациональная привычка покупать заранее продукты, чтобы потом, знаете, не думать, а что приготовить, а из чего приготовить, а что заказать, а что у меня есть дома, а чего у меня нет дома. Вот, например, у меня всегда в холодильнике есть овощи, любые огурцы, помидоры, шпинат. Также очень классно покупать обычный консервированный тунец. И подобный салат у меня получился. Ну и, конечно, яйца всегда у меня есть в холодильнике. Это очень вкусно. Я женюсь на этом салате. Очень вкусный. Выхожу замуж, точнее, за салат. Это выглядит и на вкус очень вкусно. Я только что сняла рилс и где-то минут 30 отпаривала все вещи. Я устала. Почему я устала? Потому что вам нужно посмотреть мой рилс, потому что я там ходила на беговой дорожке и показывала разные луки. Это классно. Я думаю, что получилось очень круто. Я надеюсь. Я пока что еще не монтировала ничего. Обстановка вот такая. Здесь у меня все валяется, весь мой реквизит. Тут у меня стояла камера. А здесь я переодевалась, что-то вот надевала, потом снимала. Также тут все то же самое, там обувь стоит. Здесь у меня стоял еще один реквизит. Там у меня играла музыка, потому что рилс будет под определенную музыку. Я там типа буду петь. В принципе, можно вот так вот прям идти на улицу. Да? Да. Я сейчас стараюсь, что касается работы, делать как можно
качественнее. Не идеальнее, а вот именно просто на максимум именно качественнее. Всегда мне папа говорит: Поля, если ты берешься за какое-то дело, классная привычка тоже, если ты берешься за какое-то дело, старайся делать это дело качественно. Неважно, что это за дело, помыть полы, там, сделать какую-то работу, проект, презентацию, снять тот же рилс, монтаж. То есть я сейчас стараюсь брать меньше, но делать это намного качественнее. Вот. Можете посмотреть результат у меня в Инстаграме. Мы сейчас взяли мне какао в Сёрфе. Мне сначала сделали на лактозном молоке, я просто не пью лактозное. И мне потом переделали на безлактозном. И потом то какао, которое мне сделали на лактозном, бесплатно предложили отдать Лёше. Ну, мило. Согласен? Это просто... Теперь так... мы идем с двумя какао. Одно бесплатное. Почему бы и да? Я бы хотела бы вам записать что-то побольше на теннисе, но, к моему блогерскому сожалению, у меня этого не получилось, потому что я была первый раз, вообще никого не знаю, никого не видела, ничего не умею. Тренер классный, именно как тренер. Я говорю как человек, который 13 лет занимался танцами спортивными, бальными и тодусом, и я имею представление, что такое хороший тренер, а что такое плохой тренер. Тут, конечно... круто, мне понравилось. Кардио прикольное, но мне как будто бы чего-то не хватило. Я, наверное, приду домой, выложу видео и побегаю еще у себя на дорожке. А так, в целом, я в восторге. Хотя у меня, в принципе, щечки такие румяные. В общем, хочу сказать о том, что очень классно пробовать какой-то новый вид спорта, потому что ты и по-другому начинаешь двигаться, у тебя тело по-другому работает, так как никогда не работало, и мозг точно так же начинает по-другому работать. В общем... это круто, это очень крутая привычка. Не каждый месяц, но хотя бы, не знаю, хотя бы каждые полгода что-то новенькое пробовать. Не обязательно собакен, не обязательно потом этим всегда заниматься. Просто можно попробовать. Вот один раз ходить и все, и понять, там, как бы, будешь дальше заниматься, либо же нет. Это хорошо на улице. А мне тут пришли. Лёша мне подарил цветочки. Я захожу на кухню, а тут лежит такой вот. Ой, ну класс. Ой, ну красота. И прям как по заказу, как будто бы. Как я, ну, люблю. Да, я знал. Я знаю, какие с тобой цветы ассоциируются. Спасибо. Пожалуйста. У меня как раз сегодня были выброшены цветы. Видишь, как я почувствовал. Спасибо. Итак, сейчас будет котлетка, котлеты с пюрешкой. Котлетка. Котлеты с пюрешкой. Сейчас я буду делать котлеты. Там ходит голый Лёша. Здесь у меня варится бэйби картофель. Вообще лучше брать обычный картофель, потому что бэйби очень сложно чистить. Я его сначала отвариваю, потом сливаю воду, добавляю туда сливки. Кстати, сливки. Сливочки. Вот они. Сливки. Конечно же, не всю пачку, но какое-то количество. И тут я смешиваю одно яйцо. Также это куриный фарш. Так, сейчас еще добавлю соль. Конечно, жалко, что это не попробовать. На глаз все. Разные специи. Какие-то травы. Муравы. Скорее всего, такую вот приправу для курицы. Вам видно? Видно. Чуть-чуть. И сейчас это все перемешаю. И буду жарить на сковородке. Обычно мы ничего не жарим. Обычно мы все делаем в духовке, потому что я не люблю жареное. Но такие котлетки почему бы не приготовить? Условно, раз в два месяца. Thank you.
вам отлетела. Кусок. Смеюсь, конечно. Через 40 минут идешь постригаться? Ты да. В общем, сейчас я к вам вернусь. Сейчас это все намешаю. И буду просто жарить, как сырники. Но не совсем из творога. Пока у меня там готовятся котлеты, может быть, даже слышно, и дохаживает картошка, я бы хотела сказать, что вообще в готовке нужно исходить вот из самого простого. Не нужно никогда выбирать какой-то... Сейчас я вас поставлю поудобнее. Не нужно выбирать какой-то самый сложный путь, потому что люди, которые не готовят, в том числе и я, которые выбирают доставку, которые выбирают просто кафе, куда-то зайти поесть, как раз-таки и скорости, потому что, ну, на готовку в большинстве своем тратится огромное количество времени, иногда несколько часов, 5-6, иногда еще что-то больше, поэтому старайтесь готовить что-то максимально простое, что не требует вашего большого количества внимания и времени. Вот, например, вот эти вот котлеты, их просто раз-два, как сырники, готово. Ну, чуть-чуть подольше. Пюрешку тоже поставил картошку, подождал, потом залил сливками, все перемешал, добавил маслица. Вот. Готово. Ту же гречу тоже очень легко готовить. Просто поставил, просто сварил, ничего не надо мешать. Все просто прекрасно, идеально. У нас сегодня такая ужасная погода на улице. Там очень пасмурно на улице. Невероятно сильный ветер, дома очень темно. Да. А у меня тут вовсю готовится котлеты. И скоро должна картошку подспить. Такой вот у меня получилась композиция. У Лёши там побольше котлет и пюре, соответственно. А у меня побольше зелени. Пюрешка у меня со сливочным маслом. Я считаю, что это, ну, сливочное масло не добавить в кашу или в пюре, это просто грех. Такая вот красота! Ой-ой-ой! Такая вот красота! Ну, это точно лучше теремка. Конечно, лучше! Он еще мне говорит, что я буду заказывать еду на доставку. Ну, как так? Как это можно применять? Еще я сюда добавляю зелень и помидорки. Я сейчас быстро поем и пойду подстригаться. Обязательно овощи. Приятного аппетита. И тебе приятного. Да. Камера, она очень маленькая, типа она. Ой. Мое имя Никита. Ее звали Никита. Есть такой сериал. Влог просто, я на йогу ходила, на теннисе. Сейчас у нас забег на 5 километров. Кариночка бежит у меня под именем Никита. Только так. Мы бежим в Лужниках, точнее, я не бегу. Мне, скажем, это моя группа нельзя. Поддержки. Но я еще немножко приболела, так что Карина сегодня меня заставила проснуться в 7 утра. Я просто с Божьей помощью это сделала. Самый лучший человек, это ради меня встал в 7 утра, как бы это тяжело не было. Обожать. Группа поддержки, ура. Вот, я сейчас в Лужниках, я первый раз здесь. Что-то непонятное происходит. Сейчас как побежим. Ура. Как ваши впечатления? Я в предвкушении. В предвкушении? Да, давай еще раз. Все, больше варианта не будет. Карина покупала место для забега на Авито. Именно, последнее какое-то. Именно там. Поэтому она Никита, а не Карина. Забавно, конечно. Результаты забега на result.rfc.ru.
этой... Как это назвать? Я просто, знаешь, прихожу и сразу вываливаю весь кринж, чтобы, ну, если уж позориться заранее, чтобы уже...